У Мерса все подушки, а все, вон ты, труп. Ты видел, что там было? Так. Да не, жестко здесь. Там, смотри, пол Мерса нет. Пол Мерса нет. Телеведущую Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию Сочи после ДТП в Адлере. Напомним, 9 октября автомобиль журналистки стал виновником смертельной аварии, в которой погибла пассажирка. Сама Собчак пересела в другое такси и улетела в Москву. Телеведущую заметили в аэропорту Сочи буквально спустя 40 минут после аварии. Ведущий авторского шоу на телеканале «Россия-1» Андрей Малахов. Прямой эфир продемонстрировал телезрителям медицинский документ, заключение врачей о травмах. В документе, который был показан в эфире, указываются несколько травм Собчак, начиная с сотрясения головного мозга и заканчивая ушибами. Однако название клиники, оказавшей врачебную помощь звезде, осталось за кадром. Поведение Ксении Собчак после ДТП и ее высказывание о смертельной аварии на трассе под Сочи вызвало резкие высказывания со стороны известного политолога Евгения Сатановского. Собчак он назвал одной из больших людей, которые несут смерть. По его мнению, сразу понятно, кто пытается помочь пострадавшим, кто из уважения к жертвам не бросается прочь на решение вопросов своей мелкой жизни.